Итак, первый поединок сегодняшнего вечера. Сахиб Гусейнов против Романа Авдаляна. Вот как раз сейчас выходит к рингу Сахиб Гусейнов. Весовая категория до 66 килограммов. И это первый четвертьфинальный поединок. Ну и, соответственно, первый поединок сегодняшнего турнира. 21 год Сахибу. Сегодня его профессиональный дебют. Немногим более опытен его соперник Роман Авдалян. Ну и пока есть у нас время, расскажу вам о схеме проведения этих турниров немного более подробно. Всего рассчитана эта история на 7 этапов. Первый этап состоялся 11 июня. Там прошли четвертьфинальные схватки в категориях до 70 и 77 килограммов. Второй этап 25 июня. И там сразились бойцы в легчайшей категории до 61 килограмма и полутяжи до 93. Третий этап состоялся недавно, 9 июля. И там бились самые легкие ребята. Наилегчайшая весовая категория до 57 килограммов и супертяжи свыше 93. Ну и сегодня четвертый завершающий этап четвертьфинальных турниров. В бой вступают спортсмены в весовых категориях до 66 и 84 килограммов, полулегкие и средние дивизионы. В общем, это одни из самых зрелищных весовых категорий в смешанных единоборствах. В главном бою, как я уже говорил, сегодняшнего вечера русский богатырь Денис Гольцов проведет защиту титула чемпиона по версии Grand European Fighting Championship с британцем Джеймсом Максвине. Также в основном карде турнира нас ожидает два боя. В полусредней категории Диего Гонсалес сразится с Ярославом Амосовым. И посмотрим также за украино-азербайджанским противостоянием в среднем дивизионе между Артемом Шокало и Бахтияром Аббасовым. Следующий, пятый этап Гран-при Prime Selection состоится 6 августа. Там увидим полуфиналы уже в четырех весовых категориях до 61 килограмма, до 70, 77 и 93. Ну а в главном поединке вечера сойдутся Дмитрий Порубченко и Байзет Хатхоху. Роман Авдал, или как на некоторых сайтах значится его фамилия, Роман Авдалян, 22-летний спортсмен. Провел он 5 поединков на официальных турнирах по смешанным единоборствам. Первый бой раздельным решением в 2013 году выиграл у Александра Круткова. Затем последовали 3 поражения подряд. В 2013 году проиграл он Александру Дуриманову, которого мы сегодня увидим. Проиграл нокаутом в первом раунде. Затем было поражение от Виктора Колесника гильотиной также в первом раунде. Реванш с Александром Дуримановым также не удался. И состоялся этот реванш, как и предыдущие все поединки, также на турнирах Техкреп. Проиграл тогда Роман рычагом локтя во втором раунде. Ну и в последнем своем поединке на турнире ACB-20 Роман нокаутировал Аванеса Арманджана в первом же раунде на 31 секунде. Нокаут получился очень зрелищным. Возможно, смотрели в этот турнир и помните этот поединок. Дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. В синем углу ринга боец, рост 169 сантиметров, вес 65 килограмм 450 грамм, возраст 21 год, профессиональный дебют из города Волгоград, Россия. Приветствуйте, Сахиб Гусейнов! А в красном углу ринга его соперник, боец, рост 173 сантиметра, вес 65 килограмм 950 грамм, возраст 21 год, победитель чемпионата Южного федерального округа по ММА. 2 победы, 3 поражения. Из города Новороссийск, Россия, приветствуйте, Роман Авдал! Рефери в ринге Андрей Ковалев. Итак, вызывает опытнейший рефери Андрей Ковалев бойцов в центр ринга. Сахиб Гусейнов, Роман Авдал. 21 год обоим ребятам. Опытнее, конечно же, Роман Авдал, но посмотрим на Сахиба Гусейнова. Еще никто ни разу на профессиональных турнирах официальных не видел Сахиба в деле. Итак, первый четвертьфинал, категория до 66 килограммов. Техкреп Fighting Championship. Поехали.
Первый раунд. Занимает сразу же центр ринга Авдал. Гробовая практически тишина стоит в зале. Ну а пока бойцы присматриваются друг к другу, всегда очень волнительный момент для парней, которые открывают карт любого турнира. Ну а для Сахиба Гусейнова сегодня волнительный момент вдвойне. По той причине, что сейчас, в эти секунды, в эти минуты состоится его профессиональный дебют. Поддавливает Авдал. Первый хайкик выбрасывает именно он, но Сахиб Гусейнов контролирует дистанцию. И попытка пройти в ноги, но опять же Роман Авдал все видел прекрасно, отрабатывает он коленями. Проблемы начинаются у Сахиба Гусейнова. Рома, шею постарайся прихватить. Но сейчас колени нельзя было включать по той причине, что находился Сахиб Гусейнов на трех точках. Выглядит мощнее на первых минутах Роман Авдал. Сейчас контролирует он Гусейнова в партере. И хорошая попытка была для проведения удушающего под названием «Север-Юг», но, видимо, у Романа нет, в общем, в подобных позициях каких-то наработок, и поэтому попытался он забрать спину. И вот сейчас душит, продел он руку. И удушающий сзади, Сахиб Гусейнов сдается. Вот так не удался, откровенно, Сахибу. Профессиональный дебют. Роман Авдал контролирует. Вызывают вновь бойцов на середину. Дамы и господа, в этом бою, в первом раунде, на первой минуте 46 секунде, удушающим приемом со спины победу одержал боец в красном углу ринга Роман Авдал! Что ж, поздравляем Романа, которому совсем недавно...